7куб. Из-за того, что я спалил на прошлом стриме или на позапрошлом, а, на прошлом. На прошлом стриме свой Steam аккаунт, то Anyway уже можно с него постримить. Anyway это почти конец сезона, поэтому, ну. Сейчас меня только что снайпили. Я без стрима сыграл одну игру, меня сразу заснайпили, сразу убили. Ну посмотрим. Поиграю немножко здесь. Тут более-менее, ну, более-менее нормальный рейтинг такой, ну, более-менее средний, да, то есть более-менее неплохой. Поиграю здесь немножко, посмотрим. На стриме большая задержка. Посмотрим, поможет ли. Ну что еще? Здорово, Виталий, хотел задать вам один вопрос. Как вы относитесь к бывшему профессиональному дота-игроку Илье Алахаденсе? Тот еще, который тебе на СК отсосал? Заходишь ли на его стримы иногда? Просто мнение о нем как о игроке, а не анимешнике. Тупо скилл. Блять! Это фейл. Вот это фейл. Он увидел моцик и убежал. Пиздец. Охуенная игра, не пробить просто эти ебучие. Ну не пробить, ну не пробить, ну никак. Ну вот охуенная игра, ну понимаете, ну не пробить, блядь, ну не пробить. Ну не, ну вот, ну просто, почему он меня убил, а не я его? Ну я же тоже стрелял сквозь эту хуйню, а умер я. Ну просто, ну не пробить. Ну пиздец, ну не пробить эту хуйню, ну не пробить ее, ну как, ну что это такое? Ну просто непробиваемая хуета, ну что это такое, блядь? Это что за хуйня, гайс? Как он знает, что я здесь нахожусь? Короче, я ебал. Волхакер, наверное, скорее всего. А, это волхак, гайс. Это волхак. Он меня видит здесь почему-то, но это невозможно. Да, это волхак, я же говорил. Это стрим-снайпер с волхаком, блин. Добрый початок. Ебаный биомусор. Почему нельзя честно играть? Как можно вообще умереть с волхаком? Это насколько нужно быть ЛСным сыном шлюхи? Это просто... Вау. Просто, понимаете, вау. Вдумайтесь на секунду. С волхаком, знай, где противник. Один выстрел до смерти у меня. И челик умирает. Насколько лоу скилл. Ебать. С волхаком. Просто, блядь. Я в шоке, ну. Я просто в шоке, насколько они слабые. Опа. Опа! Комната ожидания. Комната ожидания лута! От шныря курьера. Шнырь курьерский. Добрый початок. Да, в пизду стрим-снайпер.
стрим-снайпер по-любому, guys. Лежать, шлюха, блядь. Это стрим-снайпер был, это по-любому. Всем лежать! Работает попснас! Это был по-любому стрим-снайпер, я уверен. Просто внезапно оказался здесь. Да-да-да-да, верим. Подрубил Веру. Тихо, блядь! Всем тихо. Да, блядь, куда ты выбегаешь? Вернись. Такой Аэрофлан, ебало, просто ебалище. Вектор, конечно, работает на всю силу, на всю мощь. Ох, так, в этой игре есть какие-то шансы, Даш. Надо аккуратненько, правда, работу вести. На подфизичах. Бануться. Где? Если я его не перестреляю, я не выиграю, правильно? Как его перестрелять? Бать, я тупо на открытой местности. Ага. Меня двое стреляют сразу, что такое? Я двоих не перестреляю. Или перестреляю? Он же сюда стрелял. Или это не он был? Да, блядь, откуда ты стрелял, сука? Да откуда, я не понимаю, чувак? Вот это я разъебал! Да, я! Сраного! 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 Да, я! Да, я! Ебать, это кайфная игра была. Вот это я получил столько кайфа. Просто кайф.
Размотка, размотана, размотка, размотана, просто размотал, размотал. Батя, батя, поэтому я можно помню. Было только на них порталы открыть. Хуяся! Это стрим-снайпер! Ясно. Кстати, его нет смысла репортить, но это стрим-снайпер, который с щитами, но репортить я не имею смысла, потому что даже, ну, поэтому невозможно ничего доказать. Ну, по этой теме. Ну, короче, наверное, го еще сыграем до еще одного снайпера, и все. Ну, типа, за что тут могу зарепортить, потому что... Как бы, ну, я ж не могу доказать, что он... В любом случае, их не баня, какая разница. Ну, чтобы вы понимали, это был, ну, не рандомный чел, это был снайпер, который с валхаком, он видел, что я сюда бегу, и он специально меня в доме ждал. Ну, чтобы она на стриме выглядела, будто бы меня убил кемпер. Будто бы, ну, я сам, типа, кемпер, и меня убил кемпер. Но это не кемпер, ну, это снайпер с валхаком. А тот снайпер с валхаком, да. Повезло, что без аимбота. Вы видели, сколько там людей около гаража? Там было 3 человека или 4 даже. То есть, ну, они уже знают, что это я. Там чел с валхаком. Сейчас я умираю, иду в казино. Как и было решено. Я тут умру 100%, потому что это меня уже запалили. Тут уже не убегу. Короче, ладно, го в казино, там было 3 стрим-снайпера, я не смог просто даже в свою точку приехать в пизду. Хотя, можно еще одну сыграть, меня все-таки убил не стрим-снайпер, но как бы я умер из-за стрим-снайперов, потому что я поехал сюда, потому что меня зажали стрим-снайперы, аж 3 человека около гаража, и они были все с валхаком, очевидно, потому что они меня там, ну, сразу поняли, что это я, начали там кружить. Как только я появился, меня сразу задетектили, и сразу толпа начала кружить около гаража, это очевидно. В пизду го казино, больше не хочу. Так неинтересно, блин, я же буду умирать большинство игр. Я буду 4 игры из 5, я буду умирать до топ-50 и иметь 0 киллов. Потому что, ну, все с валхаком и все в одной команде играют. Лучше пока плюс мораль пойти в казино. Привет, дорогой зритель. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Ставь палец вверх, если тебе понравилось видео. Спасибо за просмотр и держи твикс с хлебом и грейпфрутовый сок.